Эфир продолжает «Время региона». С вами Валентина Приходько. В правительстве области новое лицо. На должность министра образования региона назначен Сергей Котлов, бывший глава Шенкурского района. Ранее этот пост занимал Игорь Скубенко, сегодня он глава Северодвинска. Однако общественность пока не приняла эту новость с позитивом. Дело в том, что Сергей Котлов отличился некогда в прессе своими неоднозначными высказываниями в адрес педагогов Поморья. За свои оскорбительные слова он получил кличку «Мальдивы». Но, тем не менее, его назначение на министерскую должность неоднократно предсказывали в СМИ. На предыдущем посту Сергей Котлов проработал 5 лет, до этого был главой города Шенкурска, а начинал карьеру в Шенкурской коррекционной школе. 3 года был директором.